Я все-таки это сделала, доехала до Вадулу и Ваде на велосипеде. И вот что у нас на въезде в город. Сервис сразу же на месте. Недалеко от городского пляжа потрясающий вид на Днестр и на мост. Обратите внимание на прозрачность воды. Вон покрышку видно. Кстати, вживую еще лучше видно. Это на видео как-то темновато. Ну и сами виды на Днестр. Тишь, покой, гладь, красота. Уже я чуть не сдохла, пока сюда доехала. Но я ни грамма не жалею. Только посмотрите, сколько тут этих цветочков. Целые поля. Каких-то красивых дикорастущих цветов. А сам пляж пока еще в сонном состоянии. Здесь еще никто не загорает. Вот зато стоят свежепокрашенные лавочки. Небольшие песчаные дюны пляжа, на которые еще не ступала нога человека. Потрясающе. Сейчас я по ним пройдусь. Ну и быстрая, прозрачная, чистая вода Днестра. Смотрите, как она быстро течет. Плыть в Днестре против течения, если вы не опытный и сильный пловец, практически невозможно. Барахтаешься на месте и чувствуешь себя обманутым.